Добрый день, дорогие друзья. Павел Мартиненко, ваш риэлтор во Флориде, компания Florida Homes Realty and Mortgage. Сегодня я провожу оценку дома в город Джексонвилл, штат Флорида. Приехал, здесь это тупиковая улица, и получается в доме две части. Первая часть основная, там две спальни, один туалет. И вторая часть, если вы видите, два входа с правой стороны, значит, меньше площадь, там один туалет, одна спальня и кухня с ливинг-рум. Давайте пойдемте посмотрим. Очень много конкрета, вот это драйвы, здесь можно запарковать машины. Также есть навес и ворота. Можно поставить машины и закрыть ворота. Так, пойдем в основную часть. Как только заходишь в входную дверь, сразу же living room с окном. Потом идем, у нас кухня большого размера. А можно поставить стол здесь обеденный и кушать. Также еще одна комната, здесь ландромат в этой, за этой дверью. Так, вход на задний двор. И две спальни. Первая спальня. Два окна. И вторая спальня. Тоже два окна. И туалет. Душевая. Бэфтаб. И умывальник. Так, здесь центральный кондиционер. Вот его управление. И вторая часть, то есть можно жить в одной части и сдавать вторую часть, или может, если какие-то родственники, можно поселить родственника тоже. Так, здесь living room, кухня, все в одном флаконе. Здесь лондромат за этой и кладовка. Небольшой размер. Также спальня. Кондиционер встроенный. Так, и большого размера туалет. Здесь душевая, туалет и умывальник. Также кладовка. Вторая кладовка здесь. Сегодня я посмотрю, как за сколько продаются дома в этом районе, сколько домов выставлено на маркет, называется active listings, потом pending and sold, проданные тоже дома, буду смотреть, и потом сделаю оценку, за сколько его можно будет продать в сегодняшнем маркете, и ипотечное кредитование, процент на ипотеку пошел вниз, так что может быть будет после Нового года больше покупателей. Я еще раз сделаю видео, репортаж, за сколько я его буду выставлять на маркете, как он будет продаваться, сколько дней на маркете будет и за сколько мы его продадим. Следите за постами, следите за моим видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, посылайте друзьям и комментируйте, пожалуйста, понравилось ли видео. Всего доброго, до встречи, пока!